Путевки в Турцию подорожали почти на 40%. Об этом рассказали представители турагентств Северной Осетии. Турецкие отельеры подняли цены на лето 2019 года на фоне падения лиры по отношению к доллару США. Еще одной причиной стал переход отелей с доллара на евро, а также ввод новых законов о дополнительном налоге в Турции на алкоголь. На турпоток это повлияло. Многие туристы теперь предпочитают отдыхать в Европе, нежели в Турции, рассказывают в турагентстве. Отдыхающие Северной Осетии также стали реже планировать свой отпуск в этой стране. Грубо говоря, если в прошлом году в мае улететь можно было за 40 тысяч на двоих в хороший отель по горящим турам, то в этом году, к сожалению, такого мы наблюдать не можем. Минимальная стоимость на горящие туры в отеле 5 звезд начиналась от 50-60 тысяч, и это отели более низкого уровня, чем, допустим, в прошлом году за 40 тысяч. В этом году из-за повышения цен на Турцию стали рассматривать другие альтернативные направления, такие как Греция. Греция стала более доступна по соотношению цен. Она не упала в стоимости, но некоторые предпочитают поехать в Европу, чем в Турцию. Единственное, что Греции надо делать шенгенскую визу, но активных туристов это не останавливает.